Затонировал сын Алексей. Не остекление балкона створку. Покуриваю и любуюсь его работой. Теперь мне легче липами, с напоминаниями всем пословицам. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Устраивать всем людям порку. Что с огромной я делаю охоты. Да, молодец, сынок, да, Лена? Выручил. Выручу отца. Теперь буду прятаться от солнца за этой створкой. Да, конечно, немножечко поздновато. Лето уже кончилось, но лучше поздно, чем никогда. А вот эту пословицу великую русскую мудрую, к сожалению, люди не поймут уже никогда. Вот такие вот, Леночка, дела.